Привет, народ! В общем-то, на ремонт сдали вот такой вот стабилизатор, регулятор напряжения. По жалобам не работает. Что удалось узнать? Удалось узнать, что сюда включили обогреватель. Его чудо, он работает, хотя сказали, он не работает. И как это понимать? А, output. А, 2, 216. Вход 191. Ток по нулям. И я честно... И что это такое? Ладненько, мы сейчас попробуем что-нибудь на выход включить. А то прям интересно. Сказали, он не рабочий. Прям 100%. Ну, Бывает. в общем-то, открыли. Внутри у нас два трансформатора. Один трансформатор, это, я как понял, для питания платы управления и платы индикации. Второй у нас силовой. И внизу вот мы видим на плате управления, там у нас реле стоят, которые переключают обмотки, и у нас добавляется или убавляется напряжение на выходе. Сейчас тут немножко пылесосом пройдемся. Порядок наведем. Хоть немного. И... И, скорее всего, наверное, придется провод этот поменять, потому что он кем-то недоеден. Открутим здесь крепеж. Еще хомутиком стянут. Хомутик тоже уберем. Посмотрим, где он у нас заходит. И пойду искать проводок. Все, провод я заменил. Подпаивается все к выключателю на лицевой панели. Хомутиком все закрутил. По-моему, еще даже советский попался провод. Ну, работать будет. Единственное, что мне не понравилось, плата у нас на уголке металлическом. Вот там видно отверстие. И резьба нигде не нарезана, то есть гаечки. Довольно-таки трудно там будет гаечкой попадать узкое место. Не, ну я-то закручу, это не проблема, но в плане ремонта, конечно, не камильфо. Мелочи не при... А, кстати, по поводу трансформатора. Ребята, извиняюсь, это не для питания плат управления. Я тут не посмотрел, не обратил внимания, тут всего два витка. Это просто у нас трансформатор тока. То есть через эти два витка у нас нагрузка включается и на панель... Опять же, через плату управления выводится у нас сила тока, которая потребляется. Вот и все. Для замера тока, проще говоря, это трансформатор. Так, лампочка накаливания. Включаем. Ага. Разворачиваем. Ждем. О! Фигак! И ведь работает. У меня только одно предположение по поводу всего вот этого вот. Скорее всего, просто провод отходил. И пока мне его принесли, пока этот провод сматывали, разматывали, контакт появился, я включил, вроде как все работает. И, в принципе, все. Можно потихонечку закрывать. Опять же, в закрытом состоянии еще одно включение пробное. Уже бывает огрехи всякие. Никогда нельзя быть уверенным 100%, что собирая там где-то провод, не пережмешь, что-то не сделаешь. Хотя надо быть внимательным, но все равно. Мы собираем, проверяем. И вот такой вот недоремонт. И что еще интересно?
Сейчас переключение происходит, и не знаю, на камеру видно или нет, немного меняется яркость освещения. Но про это мне никто ничего не говорил. Был разговор только про то, что щелкаешь и ноль реакции. Вообще не подает признаков жизни. Ну, Ладненько. Последнее включение. Потом уже сворачивать будем. Все работает, показывает. Сдадим, посмотрим, послушаем, что скажет человек. Как оно все? В принципе, никаких проблем, как оказалось, нету. А может и была проблемка, но искать ее смысла нет. Жалобы были на отсутствие включения. Все включается, все работает. На этом все. Вот такой вот недоремонт. Я бы даже сказал, вообще не ремонт. Так, профилактика, подстраховка.